Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова видеопримерок. Возвращаемся в наше нормальное состояние. Хватит грустить и переживать. Все будет хорошо, все наладится. Мы победим, но все равно. Окей. Итак, сегодня видеопримерок. И примерок, вот знаете с чем? Сейчас я вам покажу. Угадайте. Помните ли вы эту юбку? Эту прекрасную блестящую юбку в блестках, в пайетках, с вышивкой и листочками внизу, по низу. Я решила сегодня с ней сделать видео, которое хочу вам показать, что я придумала, какие примерки, что я хочу как бы с ней носить. Юбка очень сложная. Я вам сразу скажу, что к ней очень трудно что-то подобрать. И вот у меня есть такая черта. Я люблю покупать вещи, как, знаете, просто piece of art, что называется. Ну вот просто красивая вещь, которая мне просто нравится. Эта вышивка, нравятся эти блестки, потому что я сорока ужасно. Вот. И я как бы не очень думаю, что с чем ее носить и как ее сочетать, и что я буду с ней делать. Но вот просто я вижу красивую вещь, как картинку красивую, и тащу ее в клювике к себе в норку. В норку, в гнездо. В норку тащат не в клювике, а в лапках. Ну, в общем. Да, короче, вот такая юбка, значит. Я вам только одну вещь хочу сказать. Я не могу, я не абсолютно 100% уверена, что мои образы получатся хорошие, красивые и так далее. Может быть, что-то не понравится, но как бы мне самой особенно. Не идеально. Я, если честно, не очень довольна тем, что я подобрала. Но то, что есть, то есть. Решила, вот мерила и решила вам показать, как есть. Единственное, у меня к вам вопрос. В ходе примерок, и вы посмотрите на это все, я подумала, может быть, мне стоит вот эти вот, вот эту цыганскую мишуру немножко отрезать, чтобы она и так достаточно такая яркая, кричащая вещь. И вот эти вот кисточки, мне кажется, что все-таки это лишнее, несмотря на то, что мы как бы любим вот, чтобы поярче, поблестяще, да, эти два. Но, тем не менее, возможно, что вот это вот как бы уже, понимаете, она и так достаточно такой на грани безвкусицы, я бы сказала, эта юбка. Но вот эти вот кисточки добавляют ей просто, ну, уже какого-то, ну, такой цыган-цыган. И вот скажите мне, что вы думаете, потому что я мерила-мерила и решила, что, может быть, их стоит отрезать, и тогда она будет гораздо более применима, удобна в носке, и как бы более такая, стилизовать ее будет легче, потому что вот она будет более, ну, как бы, более обычная. Вот, хорошо, давайте я вам буду показывать, буду мерить, и вы, в общем, смотрите, получайте удовольствие, цените, и напишите мне вот насчет кисточек, как вы считаете, стоит ли их отрезать или стоит их оставить. Все, смотрим. Thank you.
вот такое у меня получилось. Не знаю. Скажите вы мне, оцените, напишите, дайте знать, понравилось, не понравилось. Очень спорно, конечно, все это, ну, потому что вещь такая спорная и неоднозначная. Поэтому как бы и образы такие получились неоднозначные. Но все-таки я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что я вас развлекла, и вам было интересно, весело, и как всегда. Все, ребята, увидимся в следующем видео. Всем здоровья, всем удачи, всем всего хорошего, самого-самого хорошего и самого наилучшего. Пока-пока. Люблю, целую. Бай.